Наши спектакли для школьников, они выпущены в жанре сторителлинг, то есть это очень доступный театральный язык. Для того, чтобы уловить всю суть литературного произведения, достаточно сжатые сроки. Я думал, это будет просто обычное вступление с пересказом сюжета. Оказалось, то, что они решили это с юмором еще преподнести, мне очень это понравилось. Мы можем играть спектакли практически на любой площадке, благодаря мобильному формату наших спектаклей. У нас используется минимальное количество декораций, минимальное количество актеров. Благодаря гранту у нас есть возможность прививать любовь к театру, любовь к литературе отечественной. Наши спектакли пользуются популярностью, они актуальны и востребованы до сих пор.